сейчас Алексей Алексеевич, Василий и Андрей. Вот сейчас на вашем примере, да? То есть смотрите, еще просто объясню для зрителей. Чуток, отдохните пока. Я секундочку, я тут объясню. Посмотрите. Да. Значит, смотрите. За ваша задача в узком месте. Сегодня мы с вами будем еще работать второго подключать. Двое против всех. А сейчас пока опять один против всех. То есть наша задача. Мы стоим в коридоре. Обычно еще здесь мебель всякая, да? Поэтому особенно далеко не уйдет. Но мы, насколько нам позволяет сейчас пространство, должны уходить в одну или в другую сторону. Работаем маятником. То же самое движение в сторону. Идет атака. То есть мы уходим. Я здесь, я стою. Видите, что получается? Почему так получается? Почему не стали лучше не стоять на месте? Можно и стоя на месте. Как бы и стоя можно на месте. То есть я только раз буду водить его. Там Но это гораздо сложнее. В плане того, что нужно постоянно успевать работать руками. То есть это быстро работа рук, это очень четкая как бы реакция. То есть здесь же смотрите. То есть он не бьет, я ушел. Бам! И вот кто? Меня будет убить куда? Он же не туда будет бить. Ну, вот. Поэтому я здесь, он мне я уже ухожу сюда. Он сюда начинает бить. Видите, я и все удары наносят в пах, Первый удар в пах, остальные там по ходу его туда пропадут. В башку. То есть первый удар в пах, в общем, стремится к чему, смотрите. То есть он бьет. Он говорит, то есть мы пошли так. Мы даже не смотрим, не надо смотреть. Пах, затылок, пах, нос, затылок. То есть мы его должны обрабатывать самые уязвимые места. Причем, когда подключатся там ноги, да, то есть у нас все должно быть как бы. Мы не знаем. Видите? Встречаем. Пах. Потому что сами знаете, сами многие пишут, да ладно, в драке никогда. И вот вы сейчас давайте на меня все летите втроем. И всем попало. Почему? Да потому что никто это не увидит удар вообще. Даже никто не будет. Даже о нем никто не думает, каждую рожу надо дать. Да каким они ногами работают, когда они мешаются друг другу? Понимаете? То есть что руками? Все равно работаем бах. А потом голова. Понятно? И все время и идем постоянно маятничек. Раз, два. Почему? Потому что это цель. Я ушел сюда, бьют сюда. А я же специально, вот они друг за другом же идут. Раз, раз, раз. То есть они бьют в цель. Они где увидели цель, туда и бьют. Сейчас мой возможен соблазн. Какой у вас? Когда вы знаете, что работает зигзаг, и нападающий, следующий, который нападает, он уже будет корректировать. Не туда бить, а знаешь, он будет переходить сюда, будет бить сюда. Вот это называется игра не по-честному. То есть такого не будет. Будут бить там, где ты есть. Поэтому играем честно. Понятно? Поехали. Так, давай. Давай еще назад. Работаем. Хорошо. Хорошо. Ребята, атакуйте. Атакуем резко. Бьем резко. Вот. Хорошо. Бум, понеслось. Хорошо. Видали?
застревать. Двигайся, двигайся, Саша, вот, двигайся. Хорошо. 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 Да. Молодец, 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 работай. Хорошо. Там. Хорошо, хорошо, хорошо. Пойдем, пойдем, пойдем. Хорошо, хорошо. Давай, давай, молодец. Хорошо. Работаем. Пошли работать. Бей, бей. Хорошо, следующие. Не, не таскай, не таскай, бей. Бей, не таскай их. Бей. Вот. То есть меньше таскания, бить, бить, бить и просто по инерции проталкивать. Понеслось. Че, шея, ну, зубы целые? Денис, резче, резче, Денис! Вот, резче. Резче. Давай. Хорошо. Хорошо, Александр Анатольевич. Ну, давай! Мочи! Последний пропустил. На поле. Понеслось. След, свечок!